с Юлей на базар закупиться в дорожку, да и не в дорожку. Завтра еще, ну сегодня еще у нас полдня, и завтра еще у нас целый день. Костя, сколько у нас? Покажи мою футболочку новую. Взяли большую сумку, чтобы нам не тащиться, потому что еще хотим фруктов купить еще. Напоследок фруктиков поесть. Вот такую футболочку Юлюшка прикупила. И ты такую же прикупила. Зачем всем рассказывать? Я вечером хотела показать. Блин. Малина. Вот тебе и блин. Вырежешь. Не буду вырезать. Зачем? Я тоже себе такую же купила. Ну, побольше размер, на размерчик побольше. Вечером сегодня хочу. Вчера так устали, намокли, не захотела уже делать. А вечером покажу покупочки. Хвасталась, что наши тут наряды. Но так и не показала, что прикупила сегодня. Ну, покажу. Весь день убирали эту утирку. А? На уборку весь день убирались. Да, да. Мыли полы. Да, сегодня порхались опять все. Прибирали, убирали. Только убираем все, прибираем. Да, кто и мусорит ходит, не знаю. Кто мусорит ходит. Ничего не понимаю. Вот. Что-то все топчемся, топчемся. Куда? Добрый вечер всем, друзья. Всем привет. Наконец-то мы последний день нашего отпуска собрались в парк Галицкого. Сегодня погода отменная была. Дождя не было и не намечается. Времени 8:30. Мы вышли из подъезда. Я сижу на лавочке. Девчонки пошли в Валберес, там еще Вики пришло. Чехол, по-моему, к наушникам пришел. Вот. И все-таки доедем сейчас. Мы, конечно, устали сегодня, убродились с Юлей. Уделались все. Ходили на базар. Ну, купили фруктов тут. В общем, едва дотащились. Мы брали с собой сумку, но Юля показывала на колесах. Везли мы в этой сумке так, что колеса разъехались по разные стороны. Болт выехал, такая сумка не предназначена для такой тяжести, она предназначена все-таки для одежды. А мы тащили, мы купили сегодня 3 дыни, абрикосов, черешни, да, ну и, естественно, в дорогу там набрали, чтобы завтра уже не закупаться, помидоров, огурцов набрали, значит, чего еще мы там взяли. Ну, все вот такое, чай, сахар, колбасу, конфетки там, ну, к чаю, ну, в общем, то, что в дорогу с собой, ничего такого особенного, вроде бы, да, вот. Ну, полное сумище, плюс я еще фрукты несла в пакете. Ну, абрикосы и черешню отдельно, чтобы не раздавить. Едва мы с ней доперлись, в общем, короче. Мотались сегодня, с самого утра уделались. Утром уборка была, прибирались. В общем, я встала сегодня вот 6:30, да, и я вот, можно сказать, не присела и не прилегла. Целый день на ногах. До 3 это мы тут все что-то делали. Потом перекусили, вот пошли, потом пришли мы с ней почти. Не почти, а всем, наверное, пришли. Всем пришли. Часа 3, наверное, мы бродили. Поужинали, вот сейчас греблись, короче. И вот у меня ноги, конечно, меня не несут, честно. Я даже не хотела идти. Так устала вообще, ухайдакалась. Думаю, может мне не ходить. Это все-таки надо сейчас до остановки идти, ехать там, ходить, бродить. Это... безумие просто какое-то. Ну ладно, тут Вика, ну, уговорила меня. Все-таки говорит, пойдем. Я говорю, ну пойдем обратно, потащите меня. Поволокете на горбу. Лапать, пузырь и соломинка, мама говорит. Едут в Галицкий парк. Это лапать. Я пузырь. А я соломинка. Так-то вот. Не все так плохо. Мы на остановке стоим. Забрели, ждем автобус. Сколько там тут? 2 остановки вроде. Парк, пешком неохота идти. Слушай, вроде каждый доедет. Пешком неохота идти. Вроде каждый доедет до Галицкого. Ну сейчас спросим, я уж теперь не помню. В том-то году я гуглила, конечно, смотрела, какой номер. А в этот уже так стоим. Ждем, пожидам. На улице 9 часов вечера. Теплый, красоты. Мы в футболочках. Лето летнее. Погода замечательная. Наелись, как бобики, налопались, фруктов наелись. Сегодня мы соскучились, пап, не показали, да, что мы купили, там притащились, и два доперли, я уже говорила. Килечки купили с родителями, но, конечно, далеко не наша килька, далеко не наша. Как у нас, не такая рыбка, но все равно посадили.
заболели. Цены заоблачные на рыбу. Соскучились мы по рыбке, соскучились. Поэтому добрались сегодня до рыбешки. На души поели, хоть какая есть, да? Мы да. Такой рады. Да, мы такой рады, действительно. А потом еще сверху фруктиками закусили и вообще теперь идем. О! Еле катимся. Еле катимся, точно. Что катимся, это точно. Девчонки стоят вон на остановке, а я пришла, села на ступеньки. Вот сижу. Не видно сейчас. Транспорт здесь ходит безобразно. Минут по 40 стоишь, ждешь транспорта и не можешь дождаться. Это вообще у нас через каждые 3-4-5 минут идет автобус там во все концы, а у них тут очень подолгу ждешь транспорта, очень подолгу. На ступеньках, ну не на ступеньках, на парапетике вот на таком сижу, на крылечке. Просто уже ноги устали стоять, невозможно. Приехали. Сейчас по переходику перейдем и пойдем в парк. Народу, что людей. Байки покататься можно, слышите? Байки покататься можете. Народу много гуляет, хотя сегодня и не выходной. Красота. Кафешка. Ну а так вот вдоль нигде лавочек я не вижу. Не вот здесь вот аллейки все такие прогулочные. Ну а посидеть. Это вот как-то не продумано, что нету нигде присесть. Лавочек. Скамеечек. Как-то не продумано. Там какая-то горка или что там, лестница какая-то светящаяся вдалеке. Что там такое? Какие деревья красивые. Это, наверное, кипарисы. Поправьте меня, ребята, если я ошибаюсь. Туи такие растут, я не понимаю. Кипарис, я знаю, что очень высокие растут. Не знаю. Не знаю, что за деревья. Но красивые. Это что здесь? Тоже что-то типа кафешки, да, или что? Тоже что-то стоят там, типа окошко. Не знаешь ли, что тут? А, типа кофейня, да? Ага, кофе. Я тебя возьму, для пикости этот больше понравился. Угу, кофе пьют. Понятно. А тут внутрь можно зайти посидеть, тоже кафешка. Прямо на улице можно взять кофе, а тут можно прямо на улочке посидеть, класс.
чем мы дома объелись. Ну, кофейку-то можно будет попить, да? Кофеечку-то можно попить. Зачем мы, говорю, дома объелись? Я не знаю вас. Хорошо, что я этого не делала. Хорошо, что я этого не делала. Ликуся, ты сейчас здесь покусенькаешь. Да. Кусенька. Юля говорит, где-то фонтан здесь. Ну вот, по-моему, уже. Слышишь, говорит, журчит. Журчат ручьи, кричат грачи. Подождите, вот тут-то тоже фонтан ведь, нет? Нету? А, вон где журчит. Водоем, да, какой-то? Да. Тихо, не промочи ноги-то. Какая теплая. Занырнем? Давай, хоть не в Анапе, так здесь. Хоть не в Анапе, так здесь занырнем, да? Теплая водичка. Пойдем. Скажем, нечаянно упали. Нечаянно упали. Красота. Ты меня снимай, Юлюшка, я тебя. Снимают, стоят, снимают. Вот смотрите, какие эти светящиеся штучки. Детям интересно. Шарики светящиеся. Вот и до лавочек дошли. Водичка бежит прямо по стене.
Там кафе, что ли, да, наверху? Да. Да и внизу тоже. О, внизу кафе, и наверху кафе. Большое здесь кафе. Там сидят люди. Кафе Краснодар. Вот стульчики такие, можно посидеть. Сидят люди, отдыхают. Девчонки намахивают, идут. Амфитеатр. А что там в амфитеатре? Там большой-большой экран. А что на экране показывают? Уже не попала. Не будешь? Нет. Снимай нас как рекламу. Нам рекламу предложили. Сняться в рекламе. За 2000? Да. Вы согласились? Мы отказались. Сказали, нет, это маловато будет. Такая плата нас не устраивает. Вот вообще есть продажа, нет? Раз продажа шарика, шарики по 200 рублей. Шарики по 200 рублей распродажа. Вот фонтаном пришли. Сейчас сяду, посижу. Надо сфотографироваться здесь. Ой, дяденька там зашел под фонтаны. Дяденька, лопнет. Фотографируются красотки. Вика, чтобы ко мне не прилипала, я говорю, мама, давай ты ее пофоткаешь, что ей не так, не эдак, не эдак, не так. Мама тогда взяла ее, сфотографировала с первого раза. Я говорю, так, все, твоим фотографом теперь будет бабушка.
Фонтаны уснули. Где вода, ребята? В этот раз я Галицкого много не снимала, потому что у меня уже есть подобное видео. Если что, смотрите вот на этом канале, на канале «Бабушка без комплексов». Мы устали, время 11 час вечера. Вот присели у фонтанчика, это такая свежесть. Много людей ходит. Отдыхают. Мы хотели кофе, кстати, выпить. Шли до кофе как раз и в этот, наткнулись на фонтанчик, на этот. Все горит, все сияет. Красота. Догоните меня, красоточки, догоните, 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 догоните. Заказали кофе. Ждем-с. Учится, учится, наверное, да, смотри? Кататься учится, паренек. Да, да. Я думала, легко и просто встать и катиться. Смотри, как непросто, да? Обалдеть. Ты моя любимая. О, Викуся взяла какао с марш... с чем? С марш с чем-то. С марш-броском. Какао. Какао с марш-броском. С зефиром. С маршмеллой какой-то. С чучеллой. Ну все, направляемся на выход. Нагулялись. Сколько мы тут были? Часа полтора, да? Ну да. Насмотрелись на красоту. И попилим домой. Магазин морковь, фрукты, овощи. Сердечко, ты видишь? Сердечко.